Приветствую вас на канале AsmoDP. Мы продолжаем играть BioShock 3. Так, город в небесах. Крыши центра Комстока. Они знают обо мне, если я быстро не найду девчонку, все усилия будут напрасны. Так, прежде чем отправиться на остров монументов, заберите все свои награды. Хорошо. Так. Ну, это мне пока не надо. Так, а вот я отсюда вошел. О. Блин. Питаюсь всякой хренью. Ладно. Никого. Давайте посмотрим историю. Воспоминания, день открытия. Вспоминая день открытия. Мечта пророка 1893. Наконец-то. Колумбия начинает свой путь. Она разнесет весть обо всем. Ну там на паузе читайте. Так, ладно. Воспоминания, день открытия. Это что? Пророк против врагов внешних и внутренних. Давайте смотрим. Пророк против врагов внешних и внутренних. Китайские боксеры захватили мирных американцев в заложники. Пророк и Колумбия за Америку. Что, все что ли? И чтобы получила Колумбия ответ, Вашингтон, комсомол, уходите в отставку. Мы за пророка. Уходите в отставку, обидели. Так, ладно. А это тогда что? Мы выходим из так называемого союза. Хорошо, давайте посмотрим. История. Трусливая Америка просит свой лучший город вернуться. Нет, спасибо, отвечает пророк. Нам и так хорошо. Не сомневался. Колумбия выходит из состава Соединенных Штатов и исчезает за облаками. Что хотели, то и получили. У нас гости. В самом деле. Зачем вы идете за мной? Мы уже давно здесь. А вот зачем ты за нами ходишь? Так, снаряжение, особая одежда, дающая уникальные способности, одновременно может носить более 4 предметов снаряжения. По одному каждого типа выбрать снаряжение можно в игровом меню. Ну давай, взять снаряжение, даже не знаю. Брюки, призрачный солдат. Так, шанс 70%, что враг, убитый энергетиком ловушки, станет призрачным союзником. Я... Аперитив? Так, это что? Смотреть. Так, шляпа. Давайте взять. Так, штаны, шляпа, ботинки. Ну, давайте взять. Это что, новый предмет? Огневое превосходство. Обойма для всего оружия увеличена 75%. Так. Ага. Так, экстракт соли увеличивает силу. Так, это что увеличивает? Так, усиливает силу щита. Максимум здоровья. Так, увеличивает силу соли. Увеличивает силу щита. Давайте. Так, возьмем. Блеск. Давайте силу щита. А то у меня щита вообще, как я понимаю, нету. Деньги, деньги. Так. Силу соли.
А что, ты не противник ни разу? Трупик. Осмотреть. Обычный тесак. В рукопашной можете сбить противника с ног. Нет. Новый предмет ботинки. Предатель. Если человек находится под действием гипнотизера, убит, он взрывается. Соединение. Враги получают 360 за 5 секунд. Ну-ка показать сравнение. Так, используется так назад. Так, на аэростатах оружие наносит так. Ну давай вот так тогда. Это поменяем. Это что? Новый предмет шляпа. Приятное дополнение. За найденные голософоны вы получаете серебряные орлы. Ну просто давайте возьмем. Тоже просто возьмем. Увидишь, он тебе пригодится. Так, это что увеличивает скорость при уклонении, действует при движении в сторону и назад. Да просто взять. Может спасти тебе шкуру. Так, это что? Гроза меха увеличивает урон механика. Ну давайте тоже просто взять. Так. Скорость. А вот как их менять? Так. Ну, здесь понятно. А где одежду можно менять? Так. Нет. Или что? Я одежду взял. Это я хорошо узнаю. Я же говорил, Комсток, пообещай им рай, и эта шваль будет ждать, что всю работу за них. А, во. Сделают на О. Так, электрическое огневое превосходство. Оружие. Шок Жакей, так, уже используется дикий мустанг. Это что-то, ага, отражатель какой-то есть. Решение, так, а где одежда-то? Какой-то предатель. Ага, вот, все. Херувимы. Никто не хочет быть слугой в царстве небе. Ничего, я знаю парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если... Щит. Тебе от этой мысли. Что это было? Как странно. Странно, что сработало? Странно, что он не умер. Магнитное поле вокруг тела может быть довольно полезным. Если не убьет. Именно. Ну, вроде как. Сегодня отец Комсток вызвал меня к себе. Меня! Я стану его личным биографом! Он заплатил авансом за 100 страниц ровно. Когда речь заходит о деньгах, во мне просыпается еврейская кровь. Так что я спросил. Отец... Но ведь ваша паства и за 1000 листов заплатит. А он ответил: хватит и сотни. Я знаю, как все кончится. Знает он. Ну это прекрасно, раз он знает. Так. Не понял, еще раз. А если зацепиться за них аэрокрюком?
Чтобы зацепиться, так, посмотрите на него и нажмите пробел. Гоу! Чертов крик намагничен! Так. На! Вау! Умри! Давайте возьмем. Секунду, заряжаю! Так. Я тебя проучу! Мы победили или нет? Прикройте меня! Так, а что я не могу взять? Ладно. Кто там Гунтер? Ай-яй-яй-яй. Я так понимаю, кто-то против меня настроен. Как предсказано, явился ложный пацан. Дабы увести Адамса с пути истинного. Господи, так я тебя и не видел даже. Так, а где тут? Тут тело должно было быть. А, я как понял. Самоуничтожился. Так, а я могу туда попасть? Нет, ладно. Умри, гришник! Так, ладно. Не понимаю, куда мне пока. Ага. Я тебя закопаю! Я тебя закопаю! Где ты? Смерть! Вот так. Подожди. Не спеши. Сейчас посмотрим, что тут. Ай-яй-яй. Сохраняйте спокойствие.
спокойствие и по возможности заприте из дома. Пророк предвидел этот день и готов к нему. Спасение не в панике, но в молитве. Ай-яй-яй-яй, ну вы поняли, да? Так, а вот если я вниз упаду? Что будет? Жилище кого-то. Лансдауна. Что тут есть? Так, тут вроде все взял. А вот внизу? Что внизу? Есть что-нибудь ценное здесь? Заперто. Найдите ключ в замку. Отис подрабатывает в ложе. Он забрал этот ящик с одной из их тайных церемоний, и я знаю наверняка, что внутри лежит что-то ценное. Только вот Оттис тот еще дурень. Не догадался умыкнуть у пернатых братьев и ключ заодно, так что ящик-то не открыть. У пернатых братьев. Тихо, в порядке. Я за прогресс. Прогресс. Ключ давай. Так, где можно взять ключ? Ключ. Ключ нет. Заперто. Пернатых. Ладно. Так. Мне сюда. Попробуйте, так, найдите девушку. Ну давай, смотрим. Так, а что тут у нас? Кровь проливать нельзя. А что ты остается делать? Так обращаюсь. Насилие всегда можно избежать. Нет. Это же он. За ним все гонятся. Уходите, вас ищут. Полиция! Нам нужна помощь! Они здесь! Так. Деньги, деньги, деньги.
Что у вас тут? Еще надо будет раз здесь проходить. Так. Ну, вроде справился. Вроде все взял. Хотели бы, чтобы он угрожал вам? Защитите их! Защитите пророк нашего! Здесь твой дед! Леон! Мне сначала надо запасы. Блин. Ну давай. Что тут у нас еще есть? Так-то много всего, да? Так, боеприпасы. Соли. Так, соли-то у меня есть. Боеприпасы для... Все, так, назад, да? Берем, слушаем. Утром заехал Камсток. Он просто остолбенел, когда увидел скальпы. Про белые спрашивал особенно. Я сказал: ну, сэр, если человек живет в джунглях и спит с цветными, чем он лучше них? Камсток даже не улыбнулся. Может, не видел раньше, чтобы белые якшали с дикарями. В общем, теперь я должен найти некую Дейзи Фицрой. Надеюсь, он не ждет, что я сделаю из нее чучело. Чучело. Да. Сам ты чучело. Опасность повсюду. Смотрим. Мы должны сохранять бдительность. Не поддаваться влиянию народников. Будь начеку ради Колумбии. Понятно. Бдительность. Входим. Не соскучились? Чего? Кто где орал?
Так, 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 так. Мусорка. Смотрим. Так. Прямо. Кто здесь? Я тебя все равно найду. Эгегей. Ну, кто спрятался? Давай. Так. О. Ага, мне надо наверх. Ну подождите, не спешите. Еда протухла. Ничего, ты как сквозь стол прошел? Я тебя прикончу! Да кто ты такой? Кто я? Я ваш кошмар. Кто я? Голову оторву! Ну давай, иди. Где ты? Чё ты тут? Чё ты? Да без проблем. Вставайся! Ты где? Олежа. Ты тут сдохнешь. Что может быть? Когда ангел Колумбии даровал инструменты для строительства нового Эдема, основатели не мешкали ни секунды. 85 лет люди готовились воплотить Божью волю. Но, когда пришел великий отступник, то принес с собой войну, и луга Эдема окропила кровь братьев. Вместо обещанной свободы нас ждала только смерть. Ага. Ну давай. Ох. Где ты? И пророк наш повел нас на Пекин. И открыли мы Содому под нами замыслы основателей. Никому нет прощения. Я тебя прикончу! Я тебя закопаю! Давай! Смотрите в оба! Брось оружие! Сейчас брошу, подожди. Ты тут... Да! Так, обыскиваем, смотрим. Чё, всё? Да нахрен тебя! Эй! Брось оружие! Выкурите этого ублюдка! Хо! Да! Не жалейте! Умри! А где ты? Адепты повторяющиеся круга. А или кого там? Адепты повторяющиеся мема. Точно.
Почему я не могу? Ага. О, патрон. Все, подождите. Заходим. Где у нас? Где? Всех перебил. И от чего же великий освободитель освободил черный народ? От чего? От хлеба насущного, от честного труда, от благодетелей, холивших их с колыбели и до могилы, от одежды и... Так, увеличивать силу щита. Давайте для начала. И что же они сделали со своей... Ключ. Дополнительное задание помог найти ценные ресурсы, чтобы найти замок. Отпираем эти ключи. Попробуйте вернуться туда, где уже были. Подай! Зайдите в Финктон и сами все увидите. Ни одна тварь не рождается свободной, кроме белого человека. И это наш долг — заботиться о прочих тварях Господа нашего. Который, вероятно, имеет отношение к народникам, устроил настоящую бойню. Этот анархист ранил нескольких миротворцев, намеренно нанося как можно больший урон. До того... Так, тут бойня была какая-то кровавая, как я понимаю. Поехали. Надеюсь, сзади не откроется. Нет, не открылось. Попробуйте сходить туда, где уже были. Подождите. Качественный товар уже есть. Это от того сундука, но я к нему приду или нет? Так, соли, боеприпасы. Ага. Так. Я боюсь, что я туда не приду. Давайте. Все-таки. Так, который, понятно, имеет отношение к народникам, устроил настоящую бойню. Доктор, около часа полудня, мерзавец. Нескольких миротворцев. Так, ладно. Нанося как можно больший урон. До того... Блин. Не забыть потом, куда бы мне тащить. Так, мне надо на второй этаж. Ай-яй-яй-яй. Там, где я уже был. Где вход? Так, посюда я-то как перелез? Так, посюда я посюда прошел. Ботинки надо бы почистить. Открыть огонь! Стреляйте! Так. Обыскать. Не уйти! Ты чё, дамочка? Так. Дом, который построил Джек. Откуда я выходил в прошлый раз? Так, отсюда. Сюда, 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 сюда. Сюда. Вон тот дом.
Так, где тут сундук гребаный? Так. Да, жизни будет. То, что доктор прописал. Все. Так, теперь обратно. Блин, как долго тут бегать? Кто опять появится на моем пути? Все правильно, вон он, глаз этот. Ну не зря сходил. Бежим. Ну-ка, если спрыгну. Хоп. Нормально. Ничего не произошло, не разбился. В лифт. Так, обратно-то мы пришли гораздо быстрее, чем туда ходили. Хоп. Все у меня есть, да? Гарантия? Кому нужны эти бумажки? Так. Отправляйтесь. Что-то не понял, что там было. Ага, туда напрямки, хорошо. Только сейчас заглянем в соседние комнаты. Что у нас тут? Непонятно. Слушай. Пресвятая Матерь Колумбии, почему мы чтим три символа в память о тебе? Мы чтим клинок, с ним мы сможем отомстить за тебя. Мы чтим ворона, он даст нам глаза по всему городу. Мы чтим гроб, ибо он напоминает, к чему нас приведет неудача. Хорошие вороны. Так. Ладно, посмотрим. Я тоже так хочу. Давай, где ты? Так. Ложитесь, поцелуем дьявола, зажмите, а затем отпустите. Мы грешники, все мы! Ложитесь, так, зажмите, а затем отпустите, чтобы поставить... Это я уже сделал. Жестокая штука.
Давай. Теперь я воронами буду управлять. Классно, классно. Нажмите, чтобы вызвать воронов-убийц. Зажмите и отпустите, чтобы создать гнездо-ловушку. Понятно. Так. Ну, это понятно. Какие дурачки? Я над вами поражаюсь. Что я вам сделал плохого первоначально? Ой, не пойму. Так. Ага, все-таки вперед. Ты что, разбит? Так, ну, пришляпа, пламенный орел. Так, в рукопашную поджигайте противника. Ну-ка, показать сравнение. Оглушить. Так, оглушить противника в рукопашной. А тут в рукопашной поджечь. Так, давай, одеваем, конечно. Не могу, да, тобой воспользоваться? Эх. Жаль. Так, и что, у меня теперь 4, да, только? Так, это... А, это огонь. Ложный пастырь. Это мутант или же одноглазый француз. Отправляйтесь на монумент. С этой станции я доберусь до острова монументов. Смотрим. Остров монументов. Так, ну можно туда он было сходить. А как можно-то? Я даже знаю, что туда надо сходить. Потому что эта шхуна никуда не поплывет. Как корабль назовете? Так корабль поплывет. Тут есть по-любому туда. Раз она открыта, значит, меня приглашают. Ну, здоровье, ладно, съем что. Тут. Не помню. Они были больше этих. С прищуром. Где? Рыжий, курчавый. Вроде как ирландец. Да, похож. Что насчет его характера? Хо-хо-хо. Так, сойдет. Я понятно объясняю. Но думаю, физическое замечание им не помешает. Че? Куда мне? Здесь что, ничего нету? Секрета, тайника, сундука. Ага.
Ты-то, надеюсь, не упрыгала. Кстати, как они передвигаются? Вопрос. Опа! Что это за... Кто тут есть? Демоны, ангелы! По сравнению с тобой! Ох ты! Я даже и забыл, что он самоуничтожается потом. Что еще тут есть? Ай-яй-яй-яй. Так. Входим. Так. Нет, я сюда пришел именно за этим. Так что входим. Туда, значит. Ага, не проходит. Давайте для начала посмотрим, что это у нас. Необъяснимая тайна в Колумбии. А, какая-то расщелина. Колумбия дивится необычным зрелищем и страшится их. Что же это? Это разломы времени. Что за чудеса появляются и исчезают перед нами? Величайший мыслитель Колумбии хранит молчание. Конец. Ладно. Кажется, я что-то видел. Открыть огонь! Голову оторву! Выкурите этого ублюдка! Пристрелите его! Нет! Ладно. Дурачинушка. Кто тут остался еще? Так. Ой. Так. Мне нужны соли. Я сейчас покажу вам кое-что. Я тебя закопаю. Нате. Так, покупаем плюс к поцелуям, хотя мы им не пользуемся. Да.
Плюс к ловушке. Ну, вот это может будем пользоваться. Ценит настоящие ценности. Что тут? Кто остался? Так, а интересно, вот это пойдет, нет? Подошло. Он, оказывается, по ним тоже стреляет. Подожди. Ага. Так, тут ничего такого нету. Нету? Что-нибудь очень ценного и мне нужного. Ага, туда можно зайти. Понятненько. Тогда зайдем. Нет. Что тут? Что тут? На какую-то битву было рассчитано. Так и с другой стороны. Не вижу, ладно. Не вижу ничего, чтобы могло мне. Понравится. Что тут? Автомат пуст. Боеприпасы. Полный. Ладно. Доступ на остров монументов закрыт. Расходитесь. Всем рабочим немедленно отправляйтесь на остров по аэротрассе. Аэротрассы? Это по которым на лотерею приехали копы. Ладно. Едем по аэротрассе. Ничего не понимаю, где это я. А теперь молись. Молись. Уходи ближе! Нет! Что тебе надо было от меня, так не понял? Ага. Обмен происходит. Так. Броня. Блеск. Так, это мы пить не собираемся. А мне дальше надо. Остров, ну так, ну-ка еще разок. Ага, дальше едем. Нет, что ты мне дашь?
дальше надо, да? Послушаем. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и воскорбел он в сердце своем. Дождь 40 дней и 40 ночей подряд, и ничего не осталось живого. Видите, друзья мои, даже Господь не брезгует начинать все сызнова. А что такое Колумбия, если не новый ковчег? В наше время. Так, отправляем. Потому что она нам мешает проехать. Ну а мы-то следом за ней. Вперед, вперед. Господи, головокружение такое. Пальчик. Так. Ага, какой-то неразбиваемый. В этом плане. Наверху еще одна трасса. Если бы я мог приподняться, то достал бы до нее. Ну, что-то я туда сейчас собираюсь. Так. Все прекрасно. Все, Алис Гуд. Хорошо. Ах, если все люди прозрели, это было прекрасно. Ну ты и дурак. Вот в что вы превращаетесь, значит. Давай, уничтожай себя. Так. Проклятый ангел! Извращение, так. Я какую-то вещь сейчас взял. Одежду. Пламенный орел. Так, что рукопашный, вы подожгете противника. Так, огневое превосходство. Обойма для всего оружия увеличена 75%. Призрачный солдат, что враг убитый. Так, если человек, находившийся под действием. Так, получается. Ну все, вроде. Гипнотизера. Все пока вроде нормально. Так, тут какой-то алкаш дожил. Едем. Почему я не вижу, где я зацеплюсь? Отставить! Перешедший Делавер с крючком огненными крыльями ангела. Храни меня, даруй мне силу. Отец Вашингтон, услышь меня. Леди Комсток, защити его. Леди Комсток, защити его. Леди Комсток. Так. Надеюсь, я правильно поступил. Не хватало мне еще за спиной, чтобы они стояли. Так. С этой стороны что? На
прицелись на крышу, а потом по трассе до острова момента. Я не защитю вас. Вы все, кто держите оружие, никто не спасется. Я знаю, зачем ты здесь, ложный пастырь. Я вижу каждый грех на твоей душе. Фундетни, Пинкертон, алкоголь, Карни. И, конечно же... Я хоть еду, не двигаюсь. Анна. И теперь, чтобы расплатиться, ты пришел за моим Агнцем. Но не все долги можно вернуть, Букер. Ты меня не знаешь, приятель. Твое дело кровь, Девит. А мое пророчество. Знаешь, почему эти люди готовы умереть за меня? За меня. Я видел их славное будущее. Что привело тебя в Колумбию, Букер? Передашь девчонку и долг будет прощен? Да. Это закончится кровью, Девит. Но с другой стороны, у тебя же ведь иначе и не бывает. Где ты, там и кровь. Не надо мне тут. Ты пришел увести моего Агнца с пути истинного, и помыслы твои темны. Ступай же обратно в Содом. Я дам вам Содом сейчас. Какой Содом покажу? Вор, вам рай покажет еще. Черт возьми! Смерть тебе! Так. Ты тут сдохнешь. Да. Так, а мы откуда улетели? С Ангела? Я тебя проучу! Нужно найти управление, чтобы добраться до острова. Давай. Это бомболюк, да? Да. Большой бомболюк. Открыть. Все хорошо, я тебя не трону. Ладно, думаю, я смогу им управлять. Господь прощает все. Я? Нет. Я всего лишь пророк. Мне прости, нужно... а я нет, это фильм такой. Аминь. Аминь. Твою мать! Надо отсюда выбираться. Давай. Вот зараза. Еще бы чуть-чуть. Куда мы? Блин, бабу-то жалко. Ладно. Боеприпасы. Второе что? Гляньте, кому нужны эти бумажки? С волшебной палочкой. Заходим. Ну, думаю... На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!